Счета за газ, потребленные в марте, выставят на основе данных за этот же месяц прошлого года. Большинство жителей страны получат приблизительно рассчитанные квитанции за голубое топливо. Дело в том, что сотрудники компании, которые занимались сбором показаний счетчиков, не вышли на работу из-за опасности заболеть новым коронавирусом. На предприятии «Молдовагаз» объяснили, что при расчете квитанции во внимание приняли внешние температуры, почти такие же, как в марте 2019-го, а также учли данные потребителей с прошлого года. Такие счета получат около 30% бытовых потребителей и 50% предприятий сферы ЖКХ. При этом платежки с реальными показаниями приборов учета получат предприятия, располагающие дистанционной системой считывания данных, уточнил поставщик. Президент компании «Молдовагаз» Вадим Чабан заявил, что было принято решение предотвратить распространение вируса нового типа COVID-19. По словам чиновника, здоровье персонала и клиентов является абсолютным приоритетом для «Молдовагаз». Именно так можно объяснить большое количество квитанций с применением прогнозируемого потребления. По запросу потребителей в апреле счета будут скорректированы с учетом фактического потребления, что можно будет подтвердить фотографиями счетчика. Ранее «Молдовагаз» призывал потребителей передавать данные со счетчиков газа в режиме онлайн. Услуга, недавно запущенная поставщиком, доступна на веб-сайте компании под заголовком «Потребитель». Некоторые клиенты «Молдовагаз» смогли предоставить данные счетчика по телефону, а те, кого не удалось найти, получат счета, исходя из среднего потребления.